А сейчас подробности этих и других тем. Накануне учебного года Республиканское общественное объединение «Белая Русь» проводит традиционную благотворительную акцию «Соберем детей в школу», направленную на оказание помощи многодетным семьям в подготовке детей к 1 сентября. К ней присоединилась и Лидская районная организация «Белая Русь». Сегодня ее председатель Геннадий Владыка посетил два дошкольных учреждения в Лиде и вручил многодетным мамам, работающим в них и состоящим в общественном объединении, сертификаты на сумму 50 рублей на приобретение школьных принадлежностей. В 10-м саду их получили 4 мамы, а в 41-м – 3. В семье каждой воспитывается трое детей. Это и школьники, и дошколята. От всех многодетных мам мы хотим выразить огромную благодарность общественному объединению «Белая Русь» за оказанную нам помощь. Она нам как бы очень нужна. Потратим на канцелярские товары. Хотим сказать спасибо большое за оказанную помощь. Она пойдет, конечно, на покупку канцелярии и подготовку детей к школе. Лидская районная организация «Белая Русь» ежегодно помогает многодетным семьям собрать детей в школу. Помощь всегда оказывает также Лидский райисполком, предприятия и организации региона и другие общественные объединения. С посыла главы государства, с посыла того, что у нас социально ориентированное общество. Вот. У нас каждая семья, в том числе многодетная, не обходится вниманием со стороны государства и, понятно, всех наших общественных организаций. И наша организация районная «Белая Русь» в том числе в этом году к началу учебного года оказывает помощь многодетным мамам, которые, скажем так, являются членами нашей организации, вот, выполняют самую главную социальную миссию, являются настоящими мамами, которые воспитывают трех и более деток. Сегодня проводили акцию в двух учреждениях дошкольного образования. Это 41-й детский сад и 10-й детский сад, где самые большие у нас многочисленные организации. В этом году и наш район шагнул далеко в плане помощи. Мы в этом году каждой семье оказываем помощь как минимум 60 рублей по подготовке к учебному году. Это решение принято исполкома. Члены исполкома поддержали эту инициативу. И, скажем так, в этом году мы больше, чем когда за бытность нашего района оказываем помощь семьям при подготовке к школе. Для акции «Соберем деток в школу». Плюс помощь нашим семьям также оказывают еще организации, предприятия. Уже со следующего года будет помощь единообразная в размере 30% от прожиточного минимума на каждого ребенка, который идет в школу для данной категории семей. Вот, поэтому, скажем так, эта акция очень приятная, хорошая. Конечно, может быть, мы не сможем охватить всех 100% нашей организации, но тем не менее мы сегодня оказываем помощь тем, у кого большие семьи, кому реально эта помощь нужна и насколько, скажем так, эта помощь важна. И я хочу, конечно, поздравить всех многодетных мам, сказать им спасибо огромное за их социальную значимость, за их роль огромную, которая, скажем так, воспитывает наших будущих граждан. И мы сегодня им пожелали, конечно, чтобы дети понимали, насколько огромный вклад вносят в воспитание их семья и наше государство.